Среди них отразили большую полемику. Меня интересует ваше мнение, вы их наверняка не слышали, написано совсем недавно. Вспомним, блокадные, скорбные были, небо в разрывах рябое. Чехов, что Прагу свою сохранили, сдав ее немцам без боя. Горькой истории, грустные веки, шум Пискаревской дубравой. Правы, возможно, разумные чехи, мы, вероятно, не правы. Правы бельгийцы, мне искренне жаль их, Брюгге без выстрела брошен. Правы, влюбленные в жизнь парижане, дом свой отдавшие бошам, мы лишь одни, простофили и дуры, Питер не выдали немцам. Не отдавали мы архитектуры на произвол чужеземцам. Не оставляли позора в наследство детям и внукам любимым, твердо усвоив со школьного детства мертвые срамы не имут. И осознать, вероятно, несложно лет через 100 или 200. Все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести.